Чемпион России по воздухоплаванию 2008 года Сергей Латыпов выиграл Кубок страны. На соревнованиях, которые проходили в городе Кунгур Пермского края, пилот из столицы стал победителем сразу в двух номинациях. Кроме главного кубкового розыгрыша, он выиграл и первый Кубок Федерации воздухоплавания России в составе сборной Москвы. Здесь его напарником был чемпион России этого года Антон Морев. В турнире, который продолжался на протяжении 5 дней, приняли участие 20 покорителей воздуха из разных регионов России.